Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби героем. Ну что, у нас закончился сезон, и мы забираем наши паки. Так, итого 7 штук. 7 штук, ребята, и будем надеяться, что что-нибудь нам выпадет. Я имею в виду, естественно, из легендарок. Мне так лично очень хочется. Поехали. Ну, это все у нас есть. Я так думаю, даже, ребята, это, наверное, у нас дубликаты. Так, вот они редкие. Так, свекла. Гаргантюаха выпал нам. Так, и все? Даже мега редких не дали. Ребята, даже мега редких не дали. Ты представляешь, это... Это облом. Ребята, это облом. Обломный. Я не знаю, как это. Я рассчитывал хоть что-нибудь получить. А мне вот такую вот дулю показали. Вот сказали, вот тебе, Рэй, вот тебе. Так, нанесите Нептусию 20 единиц урона. Потом уничтожить 5 зомби и повысить силу растений до 6 единиц. До 6 единиц, ребят. Такс. Ну, кем мы можем повысить силу до 6 единиц? Да много кем. Ну, проще, наверное, будет. Проще. А кем проще? Может быть, за Бонг Чой сыграть, ребят? Что скажете? Давай попробуем. До 6 единиц. Так, и первый, кто у нас выходит, это Разгром. Это, друзья мои, Разгром. Вот, до 6 единиц мы можем именно с помощью картофельного страуса сделать. Но это будет потом. Ой, ядрен матрен. Ох, как жестко-то. Ну ладно, хотя бы этот. Ну, ребят, он его может снести. Причем без проблем. Ну, видишь, что тут вылезло. Чудище огородное. Да. Ну... Кактус нет, ребята, смысла сейчас ставить. Давай посмотрим. Есть у него валун? Должен быть, ребята, валун. Нету? У тебя нету валуна? О! Вот оно, ребятушки. Вот оно. Давай сделаем так. Посмотрим. Ну ты видишь, да? Он ничего не стал здесь делать. Еще одна гаргантюаха, да? Ладно. Нет, парень, безумие, оно тебя не спасет. Хотя как не спасет, ребята, оно ему... Ага, вот так он еще делает. Ага. Ну, у нас есть бомбочка, так что, если что, мы, ребята, сейчас... Да-да-да-да-да-да. Наивный такой. На-ка, выкуси, парень. Тут вопрос в другом, ребята. А, нет, смотри-ка. Не в блок. Ага. Блин, ну куда ты сместился, твою налево.
Ребята, мы в блок мы бьем. А у него что там, хпшки могут быть? А, вот он что делает. Я и забыл про это, надо было... Ну ладно, лужайку мы поставим потом. Вот так даже. Хорошо. Так, подожди секунду. Если мы этого поставим, будем хрумкать. Лужайку нам тоже невыгодно, ребята, ставить. Так ведь получается. Давай я, наверное, перетерплю, ребята, это все дело. В блок, надеюсь. В блок. Аж, блин, 10, ребята, блоков. Аж 10, друзья мои, блоков. Так, он ничего не стал делать. Вопрос, почему? Поехали. Здесь бомбы у него нету. А вот он что делает. И сейчас шаром, да, раздавит. А вот, вот так вот. Ну ладно. Ну вирус-то, нахрена вирус-то ставить. Ребята, у него карты-то вообще нету. Блин, где мои бомбы? А, ребятушки. Скажите мне на милость, где мои бомбы? Ну и что мне тут сделать? Да ничего уже, ребята, не сделаешь. Если я выставлю вот этого, да? К примеру. Как думаешь, получится у меня, а? Мне кажется, что вряд ли. Плюс 2 это будет 7. Сюда ставить? Ну давай поставим сюда, фиг с ним. Фиг с ним. Это бред, но у меня другого варианта не было, ребят. Все, что смог, я сделал. Все, это хана, ребят. Это хана. Бонг Чой, твою ж налево. С одной бомбой. Да. Ладно, ребята. Мы продолжаем. Бонг Чой неудачно, конечно, начал. Давай-ка мы вот так вот сделаем с тобой. Страуса я, наверное, зря убрал, конечно. Был бы у меня страус, но... Как говорится, чего уж там после драки-то кулаками махать. Ё-моё, а этот-то мне нафига здесь нужен? Какого лешего ты здесь делаешь, парень? Какого лешего ты здесь делаешь, а? Я не знаю, ребят, какого лишь он здесь делает. Но он здесь встал. Начинает, короче, бомбашить по нам, да? Клубника. А что он затеял, а? Давай вот так поставлю. А
Он, наверное, сейчас призыв двух этих... А, вон у него что. Вон оно что. Так. Да ладно, у тебя ничего не оказалось. Но он уже, наверное, догадался, да, что я собираюсь делать. Пока все, ребят. Так, интересно, девки пляшут, давай. Угу. Так, ну здесь в блок, понятное дело, он пробивает нам. И кровожадность. Это не страшно, ребят. В любом случае, этот погиб бы. Тратить здесь не стоит. Смотрим, смотрим дальше. Клубника опять выпадает мне. Он меня решил сегодня на эти, что ли, прокатить. Я не пойму. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Эхе-хе-хе. Че, этого что ли ставить? Давай поставим, фиг с ним, пускай будет. Ага. Так. 9, 9 лицо, ребят, фигово. 9 в лицо, это очень плохо. И это все, да? Нет, друзья мои, это не все. Это прям, блин, далеко не все. 5,7, 12, да? Как раз 12 в лицо получится, если мы ему сейчас так вот сделаем. Я надеюсь, что там у него не прочерк, друзья. Так, ну здесь он не успеет. Не-не-не, парень, тебе надо было сюда стоять. Это ты не успеешь. 7 и 5, 12 в лицо. Ты с арифметикой-то дружишь или как? Ты не туда поставил его. Ты не туда его поставил. Точнее, не то, что не туда поставил. В принципе, ребят, если он даже кого-то другого улучшал бы, все равно бы он получил бы по шеям. Так, ну что у нас тут? Оп-хоп, два задания сразу выполнили. Теперь занептусь. Ты помнишь, как в прошлой серии я мучился? В прошлых сериях занептусь играя. Так вот, наливай себе чашечку горячего чая. Ставь на паузу, наливай. Бери пироженки и смотри, как сейчас будут над Попреем издеваться. Потому что занептусь, и я играть не умею. Так же, как и за профессора мозговая атака. Я тоже за него играть не умею. И не то, чтобы я даже не пытался, ребята, как-то там что-то сделать. Просто не получается у меня. Ну, не получается, и все. Сейчас посмотрим. Тем более Роза. Тем более, друзья мои, Роза. С вечными хилами, с вечными разгонами. В общем, я думаю, ты понимаешь. В общем, ты понимаешь, к чему здесь идет уклон. Даже если я этого охламона поставлю, он же его превратит в кого-нибудь. Он его может заморозить. Да он дофига что может сделать. Поэтому
Ну вот давай, просто проверим, ребят. Вот я его поставил сюда. О, видишь, не пожалел, ребят, не пожалел свою способность, чтобы превратить меня в кого? Ну, это нормально, это нормально. При заклинашке он, ребята, будет елозить. Так, он ставит сюда подсолнух. Я же тебе говорю, он сейчас будет разгоняться. Он будет сейчас разгоняться. Но мы можем ландшафтик ему испортить, так ведь? Сейчас посмотрим, есть ли у него тут. Есть, это сейчас переместится. Отлично, отлично переместился. Прям великолепно, как надо, ребят, переместился. Ну давай, так проверим. Ты не уничтожишь, он же сейчас переместится и еще возьмет. Прекрасно, поехали. Единственное, что да, тут сейчас вылезет у него охламон подсолнух. Энергию, конечно, энергию будет брать. Давай так теперь сделаем. Ну, жабу нам, я не знаю, ребята, стоит ли нам жабу выкидывать-то, а? Мы, наверное, сделаем вот так вот. И вот так. И вот так. Роза. Угу. Так, ну что, у него заморозка осталась, ребят. У него осталась заморозка. Вот, вот. Но что тут? Выкидывать вот этого? Или этого? Поехали. Вот так вот, ну он же, этого он сожрет, понятное дело. Жабой, опять же. А, вот он как. Опять у него сработает эта фигня, блин. Как он меня запарил, а? Ну, сумист опять схомячит он. Схомячит же, да? Кто бы, ребята, ну кто бы, блин, сомневался в этом, а? Пипец, мы даже ударить не успеем.
Ого. Так. Ну, я тебе об этом говорю, блин. Доборы, хилы, все, что... Все как всегда, ребят. А самое обидное, что мы даже опять же не успеем этим воспользоваться, потому что сейчас бомбанет нас. Так а что мне от этого? От этого мне толку никакого сейчас не будет. Поехали. Сделаем так, сделаем так, сделаем вот так. Превращает. Ну ты посмотри, что творит. Ты посмотри, что делает. Просто разнес, а, ребят. Ну все, тут край. Этот нас бомбанет. Да. А, ну да, он же подбил этот. Тут, ребят, бесполезно. Я тебе говорил, что Нептус вот такая она. Такая вот бяка. Так, ну что, давай теперь поиграем в свободную игру. А точнее, не в свободную игру, а мы с тобой будем выполнять геройские задания. Глава семьи должен повысить силу глава семьи четырех горошин. И если я не ошибаюсь, глава семьи это у нас... подожди, сейчас посмотрим. Глава семьи, по-моему, это самый этот, главный... Вот это не глава семьи? По-моему, он глава семьи. Не, это бобовод. Подожди, а кто же тогда глава семьи? Это вот это, что ли, глава семьи? Это он, друзья мои.